Добрый день! Вас приветствует компания «Хамам». Меня зовут Александр, и сегодня я вам покажу очередной сданный объект. Как вы можете видеть, вокруг еще идет стройка, но мы уже закончили. Пойдемте. Итак, сейчас мы находимся в комнате отдыха. Помимо комнаты отдыха, в данном комплексе есть небольшая прихожая, санузел, даже своя котельня с газовым оборудованием, душевая и, конечно же, хамам. Изначально заказчики планировали сделать здесь русскую баню, то есть дровяную печку. Но потом решили, что все-таки турецкая парная им ближе. Турецкую парную мы отправимся чуть позже, а сейчас давайте поговорим про комнату отдыха. На стенах, на потолке здесь шикарный золотистый кедр Отти. 125 мм рабочая ширина этого материала. Обалденная фактура, ну, в принципе, в Африке она схожа, если понаблюдаете, она такая пористая, приятная глазу, разнотон, ну, такая спокойная атмосфера, мне кажется, получилась. Собственно, этого наши заказчики и хотели. Давайте посмотрим на потолки в других помещениях, допустим, санузел. Здесь точно так потолки выполнены в золотистом кедре и неплохо сочетаются с керамогранитом. Даже тумба, видите, тоже зашивка в том же самом кедре. Как я и говорил, в душевую зону мы попадаем транзитом через, ну, скажем так, своеобразную котельную. Здесь установлено газовое оборудование, есть зона для хранения, есть зеркало, куда можно посмотреться, крючочки, куда халат повесить после процедур. В целом, очень удобное, очень практичное решение. Вот мы попали в душевую зону. Здесь сделано откатная купе дверь из матового стекла. Она отлично отгораживает и излишки влаги, чтобы они не попадали в эту транзитную зону. Более того, экономит пространство. Нам не нужно открывать, распахать. Вот. В этой зоне у нас есть душевая система со всеми, с обычным смесителем, с душевой лейкой. В общем, со всеми возможными удобствами. И также изюминка – это обливное ведро. Так как изначально заказчики планировали русскую баню, они решили все-таки оставить о ней небольшое, скажем так, напоминание. Все знают, что после баньки неплохо принять контрастный душ. Здесь для этого установлено обливное ведро. Ну вот мы дошли и до самого хамама. Он выполнен из каменной мозаики, из натурального камня все, с такими греческими орнаментами, все в спокойных тонах, очень приятно, комфортно находиться в такой атмосфере. Здесь три самые популярные типа мебели. Это прямая лавка, где можно полежать как на животе, так и на спине. Это скамеечка с ортопедической спинкой, где можно прям откинуться и отдохнуть. Ну и, конечно, ортопедически лежать, где можно удобно и долго находиться. Ну а теперь давайте посмотрим, что установлено из дополнительного оборудования в данном проекте. Если обратим внимание сюда, увидим безопасную систему подачи пара. Она исключает получение термального ожога, потому что пар на выходе ниже по температуре. Очень актуальная вещь, если есть маленькие детишки. Да и, в принципе, это очень важная вещь, это безопасность. Помимо этого, здесь установлена ароматерапия на пьезокнопке. То есть мы нажатием на клавишу подаем аромат, на выбор, от яблочка до персика. Также здесь стоит две акустические колонки. Тоже классно, можно долго находиться, отдыхать и подбирать там приятную музыку, да, чтобы это нахождение в хамаме было еще интереснее, еще приятнее. И также звездное небо на 300 точек. Здесь установлен гигиенический душ, просто банально для гигиены, чтобы была возможность ополоснуть лавки. Ну, может даже где-то принять какой-то контрастный душ. Ну и сливной трафик. Мы показали вам все, кроме самого главного. Это оборудование. Оно расположилось у нас вот в такой компактной нише. Здесь стоит
сердце хамама. Это парогенератор. Немецкое оборудование марки Гидроматик. Надежное, очень продуктивное. Буквально 20-30 минут и хамам готов. Также мы видим здесь дозирующий насос для ароматерапии и конденсатосборник. Все оборудование с таким комплексом функций уместилось в данном шкафе. В принципе, если мы это дело все закроем, внешний вид это не портит точно.